14 тысяч многодетных семей в Чувашии по закону имеют право получить земельные участки под строительство. Более 8 тысяч уже оформили их в собственность. И только 56 семей завершили строительство и въехали в новые дома. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на еженедельном совещании правительства. Закон о предоставлении земли многодетным действует с 2011 года. За это время средний процент обеспеченности землей семей, где воспитываются трое и более детей, составляет почти 60%. Вместе с органами местного самоуправления Минюст республики держит этот вопрос под контролем и старается предупредить нежелательные тенденции. 64% именно было сформировано участков и больше 5000 предоставлено именно под индивидуальное жилищное строительство. Но практика показывает, что на сегодняшний день, на слайде тоже показано, есть случаи продажи земельных участков. Президент страны сразу же свою позицию в этой части обозначил, мы тоже разъясняем. Но случаев не так много, тем не менее, по республике они тоже имеются. Вопросов по предоставлению и освоению земель немало, отметили участники встречи. Часть семей не устраивают выделяемые земли, кому-то не хватает средств на то, чтобы построить дом. Надо вникать в эти проблемы и искать пути решения. Отдельные семьи просто не могут строить, они хотят получить квартиру, допустим. То надо нам на этих земельных участках, разделяя отдельные участки, это согласно градостроительного кодекса, плана землепользования, застройки, посмотреть, дать строителям строить жилье и для многодетных семей, а отдельные квартиры продавать на коммерческой основе. Еще один актуальный вопрос – завершение уборочной страды. Достигнутые результаты радуют. Урожайность по большинству культур выше прошлого года. На сегодняшний день убрано 92% площадей, еще около 8 тысяч мы ждем кукурузу. В целом мы за 700 тысяч должны перейти с учетом рефракции. Урожайность картофеля по сравнению с прошлым годом выше на 32,6% с одного гектара. Почти 250 центнеров с одного гектара на сегодняшний день. По овощам урожайность пока на уровне прошлого года. Более 183% к прошлому году собрали. План 27 тысяч, но ставим выше плана пока на 1000 тонн больше. Продолжается сев озимых. Из запланированных 105 гектаров 70 уже засеяны. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика.